Всем привет, это Топ Хит Чарт, и с вами Митя Фомин. Я представляю 30 любимых хитов нескольких десятков миллионов радиослушателей. Самая полная версия Топ Хит Чарта в прямом доступе на сайте tophit.ru. Когда вы узнаете имя человека, который откроет наш эфир, я уверен, ваши сердца начнут биться чаще. Тем более, что он сегодня стартует с новинкой. На 30-м месте Сергей Лазарев, Heartbeat. В топ-хит-чарт вернулась Максим. И все с тем же душещипательным видео на тему «Тяжела и неказиста жизнь обычного артиста», хотя обычной артисткой она не является. Кто бы в этом сомневался? Атаки папарацци, бессонные ночи, ревность, ссоры и битое стекло после очередного домашнего скандала. Кстати, не напоминает ли вам эта история клип «Britney Every Time»? Посмотрите, подумайте, попробуйте найти, не знаю, 10 отличий. Жила-была на Украине девушка Ксюша, и познакомилась она однажды с французом Жаком. Естественно, по интернету у них, как водится, завязалась такая переписка, вспыхнули такие виртуальные чувства. Ненадолго, правда. На этом все бы и закончилось, если бы не было у Ксении талантливого знакомого композитора и поэта Егора Солодовникова. Он-то и превратил эту историю в музыкальную композицию и потом подарил ее елке. Что было дальше, вы уже знаете. Оказаться героиней нового клипа Валерия Меладзе мечтает любая юная особа с задатками певицы и амбициями актрисы. Но быть для этого просто красивой и немного талантливой недостаточно, ведь в шоу-бизнесе все намного сложнее, чем кажется. Впрочем, для тех, кого это не останавливает, уже существует видеоруководство от известного режиссера клипмейкера Алана Бадоева. Кстати, снятое на песню Валерия Жемеладзе. Страдающий интернет-зависимостью, объединяйтесь и присоединяйтесь к Вере Брежневой. С недавних пор она стала борцом за реальную жизнь, весьма активно принялась ее пропагандировать. Ее новый клип, снятый во время путешествия в Непал, отличное тому подтверждение. За старание Вера получает от нас на этой неделе 6 и поднимается на 17-ю строчку. Недавно от Моранди откололся Ранди. Ненадолго, конечно, записал новый трек в дуэте с подающим надежды румынской звездой Мишель и опять вернулся к старым добрым друзьям. Ну, с кем не бывает. Творческие походы налево, знаете ли, тоже случаются. И это совсем не значит, что группа после этого должна распасться. Как раз-таки наоборот. В топ-хит-чарте Мариус Мура и Ранди держатся всегда вместе, и на этой неделе они на 15-й. Недавно меня спросили, правда ли, что в видео «Огни большого города» снималась настоящая кубинская гадалка? Ребят, конечно, правда. И звали ее... неважно, как ее звали. Короче говоря, будущее она мне предсказывала тоже по-настоящему. Тот, кто внимательный в клипе, уже это заметил. А вот что было с этим начертанным, на что нет, рассказывать я не буду, потому что все сбывается и так, и это очевидно. Ребята, у нас все будет хорошо. О том, что Муз в нынешнем году празднует свое 15-летие, вы, конечно же, помните. А вот информацию о нашем чарте пора бы вашей памяти освежить. Итак, приготовьтесь записывать прямую диктовку. Топ-хит-чарт – это 30 любимых хитов нескольких десятков миллионов радиослушателей. Он составляется на основе данных о ротации на радиостанциях России и стран СНГ. Его самая полная версия всегда находится на сайте tophit.ru. А теперь все на вечеринку LMFAO. Если вы боитесь одиночества, учитесь общаться с собой и по подсказкам своего сердца ищите свою настоящую любовь. А в качестве альтернативного навигатора используйте песню Never Be Alone, Deep Side DJ. Говорят, очень помогает. Бритни Спирс, как всегда, не постоянно, то ушла из топ-хит-чарта вовсе, то внезапно в него вернулась, причем с той же самой песни. И сразу на 3-ю строчку. Потом она зачем-то решила стать отличницей и спустилась на 5-е место. И что в итоге? Долго и там не протянула, через неделю опять попросилась в компанию победителей. Мы ее приняли.
если хочешь создать новый суперхит, непременно обратись к опыту твоих предшественников. А еще лучше перенеси его в свою жизнь и, сделав необходимые поправки на реалии, сними убойное видео. К примеру, Pitbull и J-Lo сделали это в ритмах ламбады, за что и получили опять заслуженное второе место. Теперь мы добрались до самого интересного. Еще немного, и вы скажете, что у вас дежавю, и что где-то все вы уже это слышали и видели. Я даже напомню, где. У нас в топ-хит-чарте. Несколько недель назад позиции лидеров были распределены в том же порядке. На третьем месте выглядела Бритни, на этаж повыше поднялись от нее Джей Ло с Питбулем, а на первом месте почивали короли весенних эфиров группа «В градусе». Градусы вернулись на свое первое место. Сегодня это главная новость дня. Мне только остается напомнить вам, что топ-чарт составлен на основе данных ротации на радиостанциях России и стран СНГ, предоставленных сайтом topchip.ru. С вами был Митя Фомин. Ну все, мне пора. Между завтра и вчера море иллюзий. Сорвав якоря, начинаем жить с нуля. Верим и любим.